Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, и главные правила моих кулинарных видеорецептов – готовить вкусно, просто и недорого. Сегодня приготовлю кабачковые голубцы. Что мне для этого понадобится? Значит, голубцы, 3 штуки средних где-то, морковка. Какие голубцы? Ой, это голубцы, кабачки. Кабачки. Да, 3 штуки средних. Я их порезала вот на такие штуки. Я вам покажу сейчас, как это я сделала. И морковка, где-то пол морковки. Значит, соль, кориандр молотый, перец черный молотый, 2 средних луковицы, зелень, укроп, петрушка и кинза, растительное масло, кипяченая вода, сметана 200 грамм. И для фарша я здесь приготовила 600 грамм мяса. Мясо берем любое, говядина, свинина, баранина, курица, какой хотите. Полстакана риса сварила, 2 луковицы через мясорубку пропустила и грамм 200 кабачка, который вот отсюда вынула, я пропустила тоже в фарш. Значит, кабачок режем вот на такие части, где-то сантиметра 3-4. И ложечкой убираем сердцевину, ну так, чтобы донышко осталось целым. Стаканчик. Стаканчик такой, да. Вот такой вот стаканчик для заполнения получился. И морковка по размеру, чтобы потом прикрыть. Значит, вот они, все готовые стаканчики уже. Теперь сейчас слегка просто смажем сверху маслом, слегка подсолим и поставим в духовку минут на 10. Вместе с крышкой? Да, вместе с крышкой. А зачем? Может, крышка снять, чтобы внутри тоже спеклось? Но он внутри тоже испекется. А как, если крышка закрыта? Она как? Она, видишь, не сильно, не плотно. Все нормально. Чтобы морковка тоже немножко размягчилась. Так, все, слегка посолили. Температура духовки 180 градусов. Отправляем на 10 минут. Так, мелко нарежем зелень для фарша. Добавляем зелень в фарш. Значит, у нас здесь мясо, лук, кабачки, зелень и рис отварной. Все это солим по вкусу. Добавляем кориандр молотый и черный молотый перец. И хорошенько все перемешиваем. Сок из кабачков можно не удалять. Он как раз придаст фаршу сочности. Фарш перемешали, оставляем пока в сторону набухать. Для соуса, которым будем заливать кабачки, приготовим лук. Спассируем его на растительном масле. Так, и основу для соуса тоже приготовим. Сметану 200 грамм в какую-нибудь удобную глубокую посуду перекладываем. Так, к сметане добавляем где-то литр воды. Все хорошенько перемешиваем. Солим. Да хватит солить. Так, соль добавляем и немного черного перца. И перемешиваем соус. Основа для соуса готова. Все, лук спассеровался, выключаем его. Прошло 10 минут. Вытащили из духовки и теперь будем начинять кабачки. Вот кладем фарш примерно вот так вот и обратно накрываем морковкой. Значит, на 3 кабачка у меня ушло половина фарша. Полную точную раскладку на 3 кабачка вы найдете ниже видео в описании. Я там все подробно, рецепт напишу. Все, начинили кабачки. Отправляем также в духовку при 180 на 15 минут пока. Прошло 15 минут, кабачки вынули из духовки. И теперь лук добавляем к соусу, к белому. И хорошенько перемешиваем. И заливаем кабачки приготовленным соусом.
И отправляем в духовку еще на 30 минут. Кабачки вынули из духовки. Вот такие они получились. Красивые, аппетитные, вкусные. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и отличного настроения!